Пане Романе, якщо говорити про вугледар із 72-ї бригади, є вже новий командир 72-ї бригади, це є Олександр Охріпенко. Він, власне, поділився тим, що відбувалося в вугледарі. Він каже, що не виходити з цього населеного пункту неможливо було, тобто залишатися неможливо було, тому що співвідношення сил були 1:9. Це було оперативне оточення. Ну і загалом зараз частині 72-ї бригади дали відпочити трішки, вони пішли на ротацію, якусь коротеньку кажуть. Але загалом, от я про Вугледар хочу запитатися, наскільки це важливий стратегічний пункт був і що буде далі? Ну, немножко не основна все-таки причина виходу 1:9. Можно 1:20 было удерживать, допустим, какой-то из укрепрайонов, особенно уровня Угледара. Основная причина – это провал по флангам. Мы уже тоже проговаривали. Этот умеровский бусифицированный закон, могилизационный так называемый, поставил в строй неготовых, то есть поставил в строй вооруженные силы Украины, попали немотивированные, непрофпригодные бойцы. Их нельзя было вообще набирать в армию. Да, даже близко подпускать к армии, пусть занимались бы своими гражданскими делами. Но, тем не менее, тяга набить себе карманы через разные механизмы. Механизмы сейчас запущены. Те же штрафы, там запущен механизм какого-то гарантированного откоса от армии, допустим, через определенную бронь, так называемую сейчас, вот, экономическое бронирование, которое однозначно здесь задача собрать миллиарды долларов со всей нашей экономики как раз под бронирование как таковое. Так вот, тяга за этими деньгами привела к тому, что у нас в строй вооруженные силы Украины стали люди немотивированы, непрофпригодны. Они попали на фланги, удерживать фланги угледарские. Естественно, они просели, причем людей поставили под управление, то есть толковых, хороших офицеров, профессионалов. Им дали командирам рот, командирам батальонов. Выдали неподготовленных людей, которые не могли воевать. Они ушли с позиций. Один комбат застрелился от этого, вот профессионал, то есть вопрос офицерской чести. И это вот, кстати, смерть за этого комбата лежит непосредственно на всех этих деятелях канцелярских, которые придумали механизм бусификации, так называемый, то к чему привели. То есть вот это провал по флангам, оперативное окружение, вот это была основная причина принятие решения на выход из Угледара. То есть только так россияне смогли заставить наши войска, 72-ю героическую бригаду, выйти из занимаемого рубежа. Иначе бы они попали в окружение, были бы все равно уничтожены, потому что перекрыты были пути подвоза и отхода. И мы все равно потеряли Угледар еще вместе с 72-й бригадой. Сейчас им действительно надо доформироваться. Сейчас они выведены на ротационные мероприятия, будут доформированы и в ближайшее время вернутся выполнять свою боевую задачу. Вопрос по бусификации не решен. Она дальше продолжается, и дальше идет этот механизм постановки в строй немотивированных, непрофпригодных. Надо его менять. Сейчас уже вооруженные силы, уже Генштаб начал продавливать этих политиков ненасытных, никак себе карманы не набьют, продавливать и ставить вопрос о прямом рекрутинге, то есть прямом приеме в воинские части. Вроде получается продавливать, но однозначно еще не до конца. То есть сейчас уже больше сотни воинских частей, которым разрешено Генштабом принимать непосредственно воинскую часть, командир воинской части принимает решение на постановку на котловое довольствие и в выполнение дальнейших процедур. Единственное, следующий шаг должен быть, это тоже в прерогативе Генштаба. ТЦК надо поставить всех в строй, в бригады. 3-4-5 ТЦК в районе ППД любой бригады, пункта постоянной дислокации есть рядом. Их надо всех заводить в бригады, причем внутренним распоряжением Генштаба. Переводить и ставить в строй. Это сотни, а то и тысячи военнослужащих с бусиками. Представляете, вот готовые эвакуационные бригады, которые
могут эвакуировать наших бойцов, раненых и погибших в том числе. Очень много наших погибших бойцов сейчас в серой зоне, их вывести некому, бусиков не хватает. А в это время бусики этих бойцов еще живых ловят по стране, потом забрасывают, так лучше бы их оттуда вывозили, хотя бы похоронили родственники, по крайней мере. Так вот, туда ТЦК надо заводить, и тогда будет определенный КПД, то есть от этих военнослужащих. 50 тысяч примерно в строй можно поставить и снять, тем более, то проклятие, которое на них наложили политики этим бусифицированным законом. ТЦКшники это воины, которые могут выполнять боевые задачи, в том числе у меня много друзей просто есть военкомов, ТЦКшников, их надо просто спасать от народного гнева, их разорвут на лоскуты, когда будут возвращаться. То есть есть эти проблемы, их надо вот так решать, и эти проблемы привели к тому, что 72-я бригада ушла из Угледара. А Угледар нельзя было оставлять. Нельзя ни в коем случае. Почему? Потому что Угледар это был плацдарм, во-первых, для дальнейшего движения наступления в сторону Волновахи и Мариуполя. Для рассечения сухопутного коридора он там удерживался для одной из такого рода причин. Второе, это был контроль, как минимум контроль Волновахской железнодорожной развилки и железнодорожного пути ветки, которая идет с Ростова сейчас уже практически в Крым, по ней можно будет двигаться, там они несколько еще участков должны доделать. Но тем не менее, это общее направление, мы потеряли этот контроль ухода с Угледара. И третий вопрос, дело в том, что это для нашего Кураховского гарнизона сейчас просел правый фланг. То есть идет проседание правого фланга и создалась очень тяжелая обстановка сейчас в этом Кураховском кармане, так называемом. И один из вариантов того, что придется еще из Курахова выходить, если россияне дальше пройдут северо-западнее Богоявленки. Сейчас надо попытаться остановить их в районе Богоявленки, это вот северо-запад от Угледара. Если нет, они дальше начнут двигаться, тогда будет большая проблема у Кураховой. Оттуда придется тоже выходить. Это значит, мы практически потеряем весь юг Восточного фронта. Потеряв юг Восточного фронта практически до Великой Новоселки, создадим возможность россиянам начать давить с юга на Покровске, отрезать Покровск от основных линий снабжения. Сейчас там создаются, мы вчера проговаривали, создаются линии обороны, но тем не менее, это удерживать лучше как раз было на Угледаре. Это ответ на ваш вопрос, что мы потеряли. Очень много чего потеряли с уходом от Угледара. То есть много задач выполняла 72-я бригада. Там практически все герои, каждому солдату можно давать героя Украины. И не ошибетесь однозначно, полтора года удерживать это направление, размотать несколько бригад, одну бригаду, так еще и два раза, 155-ю морской пехоты, два состава 72-я бригада размотала россиянам. То есть нельзя было, конечно. Сейчас обратно уже его возвращать будет намного сложнее, практически нереально, то есть это уже с возвратом Донбасса, а это уже ситуация, наверное, следующего, а то может быть и еще через полтора-два года, это выходом на Дон, на Ростов, то есть отсекать Донбасс от России придется, но это такие серьезные операции, ни этого и ни следующего года.